Уважаемые выпускники, мажьтесь солнцезащитными кремами. Если бы я мог дать вам только один совет на будущее, он был бы как раз про солнцезащитные кремы. Выгода их использования была доказана учеными, в то время как остальные мои рекомендации не имеют более надежной основы, чем собственный путанный опыт. Эти советы я вам сейчас изложу. Наслаждайтесь силой и красотой своей юности. Пока жизнь вам не нравится, она проходит. Поверьте мне, через 20 лет вы посмотрите на свои фотографии и вспомните с чувством, которое вы сейчас не можете понять. Сколько возможностей было открыто перед вами и как же сказочно вы на самом деле выглядели. Вы не так много весите, как вам кажется. Не беспокойтесь о будущем. И хорошо, беспокойтесь. Но знайте, что эти беспокойства так же эффективны, как попытка решить алгебраическое уравнение с помощью пережевывания жевательной резинки. Реальными неприятностями в вашей жизни случаются события, которые никогда не трогали ваш беспокойный ум. Такие, например, что застают вас врасплох в 4 часа вечера в какой-нибудь обычный вторник. Ежедневно делайте что-нибудь из того, что вас пугает. Пойте. Относитесь бережно к сердцам других людей. Не миритесь с теми, кто равнодушен к вашему сердцу. Не забывайте чистить зубы. Не тратьте время на зависть. Иногда вы впереди, иногда позади. Гонка длинна, и в конце концов вы ее ведете только с самим собой. Помните комплименты, которые вы получаете, но забывайте оскорбления. И если вы преуспеете в этом, то скажите мне как. Храните ваши старые любовные письма. Выбрасывайте старые банковские выписки. Периодически подтягивайтесь. Не чувствуйте себя виноватым, если вы не знаете, что вы хотите делать с вашей жизнью. Самые интересные люди из тех, кого я знаю, понятия не имели в 22 года, как они хотят прожить свою жизнь. Причем некоторые из наиболее интересных мне знакомых 40-летних не знают до сих пор. Потребляйте кальций. Бережно относитесь к своим коленям. Вам их будет не хватать, когда они выйдут из строя. Может быть, вы вступите в брак. Может быть, нет. Может быть, у вас будут дети. Может быть, нет. Может быть, вы разведетесь в 40, а может быть, наоборот, вы будете отплясывать танец маленьких утят на 75-й годовщине своей свадьбы. Что бы вы ни делали, не хвалите себя слишком много. Ну и не ругайте тоже. Ваш выбор, как и у всех, наполовину во власти случая. Наслаждайтесь своим телом. Используйте его, как вы только можете. И не бойтесь того, что другие люди думают об этом. Тело – это самый прекрасный инструмент, которым вы когда-либо будете обладать. Танцуйте, даже если вам негде этого делать, кроме вашей гостиной. И, пожалуйста, не читайте журналы о красивой жизни. Они только заставят вас чувствовать себя отвратительно. Братья и сестры, мы вместе летим вперед. Плачем, смеемся, но верим, успех придет. Друг друга обнимем и скажем простые слова о любви. Эй, и вокруг нас сверкнут и зажгутся мечты. Будьте благодушны со своими братьями и сестрами. Они ваша лучшая связь с прошлым. И те, кто, скорее всего, будут рядом с вами в будущем. Поймите, что друзья приходят и уходят, но за нескольких драгоценных нужно держаться. Прилагайте все усилия, чтобы преодолеть разрывы в географии и в жизни. Потому что чем старше вы становитесь, тем больше вам нужны будут люди, которых вы знали, когда вы были молоды. Поживите немного в Москве, но покиньте ее, прежде чем она сделает вас твердым. Поживите на острове Бали, но покиньте его, прежде чем он сделает вас мягким. И вообще, путешествуйте. Примите несколько неизбежных истин. Цены будут расти, политики будут изменять своим женам, вы тоже будете стареть. И когда вы состаритесь, вы будете фантазировать, что когда вы были молоды, цены были разумными, политики были благородными, и дети уважали своих стариков. Кстати, уважайте своих стариков. Вы никогда не знаете, когда они уйдут навсегда. Не рассчитывайте, что кто-нибудь будет обеспечивать вас. Может быть, у вас есть свой инвестиционный фонд. Может быть, у вас есть богатый супруг или супруга. Но вы никогда не знаете, когда каждый из них может покинуть вас.
Не экспериментируйте слишком много с вашими волосами. Или к тому времени, когда вам стукнет 40, они будут выглядеть на 85. Все мы когда-нибудь уйдем. Но важно продержаться до конца, во что-то веря. В этом самая большая трудность, потому что, кажется, нет ни черта такого, во что действительно стоило бы верить. Вот такие вот советы, уважаемые выпускники. Но будьте осторожны и терпеливы с теми, кто вам их дает. Совет — это форма ностальгии. Это способ выуживания прошлого из мусорной кучи. Закрашивание свежими красками нелицеприятных моментов и переработки его в нечто более дорогое, чем оно было. Но то, что солнцезащитные кремы действительно спасают вашу кожу от ожогов, это доказано учеными. Так что смело мажьтесь. О, братья и сестры, мы вместе летим вперед. Плачем, смеемся, но верим, успех придет. Друг друга обнимем и скажем простые слова.